Михаил, я сегодня по вашему времени встала в 2 часа ночи. И с тех пор летела, а потом ехала. И вот я здесь. И даже не представляю, как я буду петь. Песня называется «Таежная полька». Это вам такой кусок Сибири. Однажды за эту песню мне пришлось держать ответ, потому что очень-очень пьяная женщина вышла из палатки и спросила, давай разбираться с текстом. Я, говорит, вот все время думаю об этом тексте и все время пью. Говорит, пойдем по тексту. Это баба родила волка. Это понятно, говорит она. Со всеми бывает. Волк ночью превратился в медведя. Ну ладно, говорит, ну ладно, хорошо. Медведь утром стал лосем. Понятно, говорит, пока. Но почему же они все полетели на север? Я говорю, так бывает просто, когда всех героев жалко. В общем, песня о сложных отношениях внутри, семейных отношениях одного богатыря. Бояха поселил, и ты богатырь, стал жить на небе. Oh,
приходите ко мне на мастер-класс, вместе напишем сумасшедших песен.